С 12 января начались очередные встречи руководства района с трудовыми коллективами. В первый день состоялась встреча главы района Разифа Каримова с коллективами Заинского сахара и Заинского элеватора, на которой были подведены итоги работы за 2021 год и озвучены очередные задачи. Глава района ознакомил коллективы предприятий с направлениями развития агропромышленного комплекса в Заинском муниципальном районе на этот год. На встрече с коллективом был заслушан доклад о проделанной работе сахарного завода и задачах на текущий год. Сегодня предприятие ведет активную работу в направлении снижение экологической напряженности. На 2022 год запланированы испытания обезвоживателей осадкосточных вод. Подведены итоги работы Заинского элеватора. В этом году он принял более 103 тысяч тонн зерна. Была приобретена и смонтирована система зерносушилки для уменьшения выбросов в атмосферу зерновой и сорной пыли. Также состоялись встречи руководства района с коллективами Заинского лесхоза и Заинского лесничества. Елена Маврина, Ангелина Санникова. Новости Заинска.